За всем трэш-током и горячими цитатами мы совсем забыли, за кого должны болеть простые русские фанаты ММА. За Конора, конечно, за Конора. А если вы вдруг еще мечетесь, мы напомним вам 5 причин болеть за ирландского козлика. Почему? Ну почему? В самом начале Конор вообще был не при делах. Это его спарринг лобов назвал Хабиба трусом. Нурмагомедов, разумеется, не поддался на провокации и включил знаменитую дагестанскую дипломатию. Не говори мое имя, просто ты меня понял? Ты понял или нет, я тебя спрашиваю. Que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous. И только после однораундовых переговоров Лобова с Хабибом Макгрегор провел этот саммит по-ирландски. В смысле, из ниоткуда налетел на автобус с командой Нурмагомедова и другими бойцами. Это непростая агрессия. Я вас чувствую. Вам самому плохо от того, что вы так агрессивны к людям. Эта агрессия будет проходить и сменится любовью к людям, но на это потребуется много времени и много лет изучения. Да, Конор всегда играет по своим правилам, но если играет, то до конца. Прямо как Реал в Лиге Чемпионов последняя сезона 3. Единственное, что вы найдете по запросу «Макгрегор снялся», это в «Игре престолов». А у Хабиба 4 слива только против Серона. По сути, единственный достойный соперник, от боя с которым Хабиб не уходил, это нежное тирамису. Конор кандидат от всех рыжих планеты. Руперт Гринт, рыжий из Иванушек, прости господи, Данила Поперечный. Подводить эту банду и болеть против Макгрегора что-то вообще не хочется. Конор, он как Юрий Палыч. Может проигрывать, творить любую дичь, но все равно оставаться легендой. А еще он также хорош собой. Макгрегор давно больше UFC, ММА и каких-то там соперников. А вот Хабиб боится всего, что может испортить его рекорд. Потому что без него он Головин на графике французского ТВ. Никто. Все давно привыкли, что Конор творит какое-то безумие, но от него страдают только малыши в октагоне. В жизни Макгрегор ведет себя гораздо адекватнее. На днях он анонимно пожертвовал 10 тысяч долларов на операцию ирландскому мальчику. Вроде бы немного для парня, который за короткий танец с Мэйуэзером получил 100 миллионов. Но это все равно гораздо лучше, чем давать бездомному деньги за отжимания и объявлять войну треком про невесту и будильник. Все равно не убедили? Давайте накидаем в комментариях еще пару причин.